Быть богатым неудачником или быть бедным везунчиком? Ха, конечно же второе. Так, пока что мой баланс $10, а мог бы быть 0, повезло, ха-ха. О, а что это на земле лежит? Офигеть, здесь целых $100,000, возьму себе. Здрасте, можно мне 1000 лотерей? С вас $10,000, а зачем вам так много? Потом в новостях увидите, держите деньги. Недавно молодой человек купил 1000 лотерейных билетов, и они все оказались выигрышными. Да, теперь у меня есть 1 миллиард. О, кажется, я знаю, где еще можно заработать.